сугроб, он залетел, я в него. Даже при движении на допустимой скорости у водителя Лифана просто не было шансов объехать эту снежную кучу. Сугроб, который дорожники оставили на проезжей части, полностью перекрыл одну из полос движения. Вслед за первой машиной в эту же западню угодила и Toyota. Не сумев затормозить, она въехала в заднюю часть китайского автомобиля. Вот как раз у него лампа задняя разбита. Вот эти места. Слова участников ДТП о том, что никаких знаков на месте проводимых ими работ дорожники не выставили, подтверждают и кадры видеорегистратора. Похоже, что произошедшее ДТП рабочих нисколько не волновало. Вот вал делает грейдер, я гружу и все. А чего я могу сделать? Уважаемые дорожники, ставьте хотя бы знаки какие-нибудь, а то ну, на ровном месте такое ДТП. Повезло, что налетев на этот высокий сугроб, ни одна из машин не перевернулась, иначе без пострадавших тут не обошлось. Что дальше намерены делать владельцы поврежденных машин, пока неизвестно. Однако полной страховки иномарки не имеют. Максим Голубцов, Искандер Тулубаев, Сергей Ткаленко, Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».